Поздравляю вас с чемпионством и ваши эмоции. Это не чемпионство, а кубок. Ну, эмоции. Выиграли, молодцы. Что там. Игра плохая была с нашей команды, можно сказать. Ну, главное, что кубок завоевали. Ребята, что претензий к ребятам нету, сражались, это молодцы. Ну, молодцы, что не пропустил вратарь, тоже молодец. За две игры на ноль сыграть. Рад за нашего вратаря, молодцы. В атаке сыграли не очень ярко. Это можно говорить ли то, что... Вы знаете почему? Я понимаю, просто такое думал, что... Ну, дело в том, что каждая ошибка – это гол. Поэтому старались в первую очередь построить оборону. Я думаю, что если мы не пропустили, то тот результат, который нашей команде нужен, мы его добились. Кубок у нас.